Идея проекта ШВП «Школа вуз-предприятие» принадлежит методисту Дворца детского творчества Светлане Михайловой Листрем. Инициативу поддержали представители РФЯЦ МНИЕВ и Департамента образования. ШВП дает возможность школьникам соприкоснуться с миром точных наук и технического профиля. В этом им помогают студенты и кураторы Саровского физико-технического института. Учащиеся 7-8 классов школы номер 17 стали первопроходцами пилотного проекта. Мы покажем, что из себя представляет Саровский физико-технический институт. Насколько это возможно для школьника. Увидим его интерес, если это необходимо. Дадим ему соответствующие возможности проявить свои инженерные навыки и, соответственно, заинтересовать по возможности стать нашим студентом в будущем и потом дальше по траектории сотрудников Федерального ядерного центра. Для школьников разработали несколько образовательных треков инженерной направленности: электроника, математическое моделирование, прочностные характеристики материалов, лазерная физика. А самое первое занятие было посвящено такому интересному и перспективному направлению, как робототехника. Ребята смогли познакомиться с самыми базовыми знаниями и навыками в этой области. Ребята участвовали в практикуме по сборке простейшего самодвижущегося механизма на базе микроконтроллера Arduino. Им удалось, собственно, собрать этого робота, посмотреть, как работает его программная среда, и изучить простейшие микроэлементы, которые используются в его конструкции. Учащиеся школы собирали простого робота, который по программе может перемещаться в пространстве. Под руководством студентов-наставников института школьники разбирались с макетными платами, транзисторами и резисторами, учились крепить детали. Также на образовательных стендах ребята смогли ознакомиться с различными техническими датчиками и элементами, с несколькими видами микроконтроллеров. А с помощью компьютера учащимся продемонстрировали среду разработки для этих микросхем. Впечатление очень положительное, мне очень все нравится. Особенно запомнилось, как мы строили этого робота. Мне прям все это очень интересно. Как мы его конструировали, как провода все подсоединяли. Очень это нравится. Да, ее было очень сложно собирать, так как, во-первых, сначала не понял, как подключать каждый провод к чему. Но потом мне помогли, я уже понял, в итоге оно работает. Цель проекта «Школа вуз-предприятие» – показать ребятам, чем им в последующем предстоит заниматься в технических вузах, а потом, возможно, и на предприятиях РФЯЦ МНИЕВ. А для студентов института это отличная возможность попробовать себя в роли наставников и преподавателей. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.